Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в GTA RP, и сегодня снова ват, вон на Мустанге заедет. Короче, сейчас будем тюнить шаху. Я тут поработал, и Влад мне десяточку подкинул как раз. А то, пацаны, нужно тюнить шаху, потому что здесь можно раз в день 3 детали ставить. И надо не прозевать этот день. Сейчас едем в тюнинг, в Батырево. Там уже будем тюнить. Бля, а чё у меня нитро не работает? Чё оно такое одноразовое? Я его только один раз использовал, все, оно пропадает. О, буст пошел. А, я походу X2 нитро поставил. Капец, ты улетел жестко. Я бы себе взял бы, кстати, X5. Мне нравится X5. Ну, пацаны, пока на шахе буду ездить. Там посмотрим. Но я хотел бы дополнить тюнинг протюнить, но я думаю, ее потом не купят там за 1300. Хотя хрен знает. Ну да, номера такие прикольненькие. МХВ 3.0. И Легион 737 нормально. Это что, стейтбэк или... Это стоит на Субару. Субару. Нормально, чё. Я не знаю. Не, ну, шаха вообще, да, такая смачная машинка. Ой, аккуратно, фура, фура, фура. Давай, проезжай, спасибо. А чё он в тюнинг едет? А, не, он не в тюнинг поехал. Я думал, уже тюнить будет свою баржу. Так. Самое хуйное, что тазы, пацаны, вообще, тюнинговать вообще мало денег. Так, я, наверное, надув, ебану на всю. Где он еще? Так, все, надув мне 5 из 5, еще что-то на другой поставить. А, топливная система, выпускной коллектор. Так, что у нас еще есть? Азот X10 стоит, пацаны, 60 тысяч, недорого. Гидравлика не нужна, блок цилиндров. Может, блок цилиндров протюнить? Ну, давайте блок цилиндров поставим за 900 рублей. Так, карпас. Карпас. И она теперь у нас едет 82 километра. Ну, неплохо. Можно теперь погоняться с кем-то. И потратил я на тюнинг всего лишь 6000. Нормально, чё. А? Да, и похуй на нас. Бля, бензинка, конечно, не едет. Блин, вот я 7-ку бы хотел, вообще было бы заебись. Еще в полном тюнинге есть это вообще, о, сказка просто. Мне, кстати, подписчик писал, он хотел мне аккаунт подарить на 3-м сервере, только там BMW M5 и 60 есть. Но я не захотел брать что-то. Ну, наверное, не знаю. Так, поворотничек рубаю. Бля, хоть поворотники работают, это радует. Давай сейчас проверим, как она на скорости 82 тулит. Мне кажется, это будет очень сильно. Так, пацаны, сейчас разгонимся. Бля, нитро нет вообще, сука, не едет. Вообще не едет ни хрена. Какой-то Влад у нас пропал. Ну, а, во, тут. Продам квартиру в Южном. 200 тысяч. Ух ты, бля. Не, ну, блин, конечно, сколько наехало? 70... 6, да, ехала, теперь едет. Ну, на 6 километров больше, пацаны, но, блин, сами видели, какие копейки стоит тюнинг на нее. Поэтому, думаю, в будущем ее в полный тюнинг затюним, блядь, будет вообще соска просто валить. Ну, либо я ее продам и куплю что-то другое, когда бабки будут. Пока что не знаю. Меня она и так, в принципе, устраивает, эта машина. Только нитро было поставить нормальное. А я знаю, как сделать, чтобы нитро было. Ну, сейчас. Надо выйти с машины и сесть обратно. Не, нихуя не работает. Я хотел схитрить, но не работает, пацаны. Так, чуваки. О, варичка есть. Это тема.
Не, нихера нитро не баганулось. Походу нету бага на нитро, типа, что ты сел в тачку, выходишь, и нитро появляется. Ну да. Нормально, в принципе. Давай буст, давай буст. Буст. Все, пизда тебе. Пока. Ай. Просто улетели в космос, пацаны. Шаха натягивает мустанг просто. Ты меня видишь, но ты меня не доходишь. Я знаю волшебный прием, называется сейчас попингу, как ебану тебя. Иди в пизду, сука. Так, радар, блядь. Ладно, 4000 штрафа, ничего страшного. Пацаны, гонки, гонки. Ебать твои... Блядь, тормоза нахуй! Понаставляй всяких скорых, блядь. Давай, чини меня, механик. Я хочу на целые шахи ездить. Чини. Ой, блядь. Блин. Дай приеду. Вон он стоит. 219. Отцепт. 219. Все, ебать. Я целый, как попка младенца. Так, мусор, иди нахуй. Погнали дальше. Заблокировал на 30 дней. Нормально, чё. Почему бы и нет? А, оскорбление проекта. Да я тоже побанил, блядь. Нахуй заходить на сервис, он тебе не нравится, правильно? Блять, это уебался, ёбаный хуй. Ебать, ебать. Это жестко, блядь. У меня хп еще, блядь, на донышке, блядь. Вот тут же аренда машин есть. Короче, что-то произошло у Влада с интернетом. Мои шахи плохо. Давайте попробуем доехать до механика, чтобы нас подчинил он. Потому что, блядь, все очень печально, как по мне. Прям очень печально. Но, блин, блядь, этот буст, конечно, это пизда, пацаны. Это реально пиздец. Ёбаный хуй. Так, чини. Блядь, кто меня подчинит? Блядь, 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 аккуратно, сука. Подорвёшь сейчас меня нахуй. Чини. Давай, чини меня. Отцеп 397. Давай, давай, давай. Ебать, придурок, сука. Ёбаный еблан, блядь. Блядь. ХП, блядь, на донышке, сука. Чё за хуйня просто происходит? Ёбаный хуй. Моя машина не взорвалась? Не. Можно, пожалуйста, мне машину починить, потому что сейчас, походу, ебанет еще раз где-то. Чини, братан, давай. Открой свою бричку. И сядь в нее. И, конечно, это ВАЗ 2106, они пишут 2103. Давай, давай. Чини меня, братан. Пизда, сейчас рванем, блядь. Давай быстрее. Пожалуйста, быстрее, братан. Чини, блядь. Ну что ты такой тупой, господи. Спасибо, блин. Вот здесь больше куриц, ебаный хуй. Это нормально. Ладно, чуваки, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I was from the city, she was from the outside, I was from the north, she was from the south side, I looked in the mirror, I said man I'm alright, little did I know I'd be crying.